Тут нужно быть осторожным. Thank you.
Покажи, что там впереди. Thank you.
просто ужасно. Thank you.
Нет! Нет! Удивительная тут стража. Thank you.
тебе здесь вот нужно? Вот от нас хочешь? Уходи! Нечего тебе здесь делать. Здесь полно стражников. Расправь крылья, Сёнин.
смотри, навлечешь беду. Всех нас. Уходи. Уходи! Нечего тебе здесь делать! Что видишь, Сюнин? Нет! Нет!
эти золотые нити. Неужели? Золотые кудри Сив, жены Тора. Зачем Локи остриг ее? Кто знает. Но Тор был недоволен. Локи мудро решил искупить вину. Добыть Сив новые кудри, лучше прежних. И отправился в Свартальфахейм. По просьбе Локи, сыны Ивальди сделали золотые волосы, что приросли к голове Сив и росли, как живые. Локи получил, что хотел, но увидев искусство кузнецов Свартальфахейма, он захотел большего. Здесь мне точно не рады. Нет!
Тебя не должны здесь видеть. Thank you.
осторожнее. Удачи, сила!